Дорогие друзья, у меня время вечер уже. Я поставила варить суп. Завтра некогда будет. Поэтому с вечера буду варить суп. Все уже покушали. Фрикадельки уже закинула. И картошку. Сейчас закину рис. С рисом, потому что будем. И тут макароны варили, контейнер закончился, надо заполнить сразу его. Так, промыть на рис. Сейчас рис промою, закину. Всем привет! Съездила в город, Ильюша меня сейчас привез. Короче, съездила, забирала заказ. Убирай его туда, Маш, чтобы он мне тут не меркал. И зашла в магазин. Сейчас покажу, что забрала из заказа. Заходила еще по пути в Фикспресс, взяла то, что мне необходимо. Так, это не мой заказ. Это у меня не мой заказ. Убери зонтик. Далеко не убирай, мне сейчас надо будет на почту сходить. Забрала Машин спрей. Спрей для волос, несмываемый для всех типов волос, чтобы легче расчесывать. Мне помогала моя подписчица Ольга. Маша, распечатаешь? Возьми ножницы, распечатай, я покажу получше. Ватные диски у нас закончились, купила. Ручки, две упаковки взяла. У нас у детей ручки постоянно летят. Вот такие вот ручки. Гелевые не взяла. Так, Василиса, иди, пожалуйста, отсюда. Ваня, иди, пожалуйста, туда пока. Бабушка пришла. Бабушка пришла, ну хорошо. Дальше крем, мыло, жидкое, антибактериальное у нас закончилось. Я заказывать буду позже, поэтому пока такое взяла. Ватные палочки тоже закончились. Заберите Феликса, пожалуйста. Дальше взяла вот такой вот шампунь на пробу. Посмотрим, нормально, ненормально. В Фикспрессе по 199 рублей. Идите, прибирайте игрушки там. Дальше резинки для волос вот такие вот взяла ребятишкам. Взяла себе кофе. У меня без кофе никак. И купила вот такой дезодорант себе, потому что что-то жидкие мне в последнее время не нравятся. Они мне не очень помогают. А я пробовала Егоркиным мужским пользоваться. Он мне понравился. И поэтому я себе вот такой вот женский взяла. Нет, так значит с Егоркой поменяюсь. Вот такой вот спрей мне подписчица помогала. Уберите Васю, пожалуйста, отсюда. Вот, смотрите, какая наглая. И, ну, тут прокладки женские в Фикспрессе взяла. И взяла Катину вещь, то, что она давно просила. Это велосипедки. Да, есть. 42 размер. У нее есть. Какие? Черные. Твои? Да. Ну, вот она тебе вернет и будет ее на... Так, и вот такая вот сумка фикспрессовская. На, повесьте ее. Дальше заходила в магазин, по-моему, кунгурский полуфабрикат и всякое. Так, это не мой заказ, это я потом покажу, попозже. Взяла, короче говоря, пельмешки килограмм, морозилку хочу положить, пускай лежит. Мини-вареники килограмм, посекунчики с картофелем килограмм, посекунчики с капустой килограмм. А? Ну, сейчас, подожди. И мясо, капустные блинчики тут вот, килограмм. Все, вот такие вот в целом все покупки. Смотрите, моя кися какая. Моя коробочная душа. Покупка моя новая. Смотрите, какая у меня покупка. Тут коробка пустая стояла, а Вася в нее запрыгнула и сидит. Я тут по секундочке пытаюсь пожарить. Но тут Вася меня радует прямо. Да, Василиса? Васечка, покупка ты моя хорошая, ты моя сладкая девочка, ой, ты маленькая нас. Залезла голова, запрыгнула на коробку и сидит. Ну, кушай давай, дорогие друзья, всем привет, у нас вечер понедельника, ничего не снимала. Сейчас приготовила ужин, делала тефтельки сегодня, часть сварила, часть в морозилку брала, потому что я сегодня огромное сделала. Сейчас я вам их покажу, если интересно, смотрите. Так, вот, ребята, на фоне ложки, видите, какие они огромные, я просто их, даже на фоне моей руки. Сделала тефтельки, детки кушают. Что-то сегодня некогда было, ребят, снимать, если честно. Так что вот так вот. К тефтелькам... Ой, извините. К тефтелькам вермишельку приготовила. Я вся лохматая. Я белье ходила, развешивала.
Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Почему ничего не снимала, потому что вообще некогда было, поэтому уж извиняйте. Но завтра исправлюсь, надеюсь. И пока дети дома, времени вообще почти нет. Я телефон только вечером в руки взяла. Вот так вот. Ладно, всем хорошего вечера и всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас новая распаковочка от нашего любимого Василька. Наш Василек предоставил снова выбор, поэтому кое-что заказали мы с детками. Если интересно, ссылочки я все на соцсети оставлю в описании, поэтому проходите по ссылке и заказывайте. А сейчас мы с вами посмотрим, что же у нас там такое пришло. Сильно резать не буду, боюсь. Василек упаковывает в несколько пакетов для того, чтобы если вдруг где-то что-то, чтобы не повредилось. Поэтому вы можете быть уверены, что придет вам все хорошо упаковано. И также на Васильке сейчас большой ассортимент одежды на лето. Поэтому проходите по ссылке в описании и заказывайте. Так, ну давайте первое, что я покажу вам. Это... Я заказывала... Ой, нет, это не то. Вот оно. Это я заказывала для Егора. Это, по идее, раздельно, но получается как костюм. Это футболка 48 размер и шорты 48 размер. Сейчас я вам покажу все. На лето ему такое... Вот такая вот футболка. Темную взяла, там светлые были совсем большие размеры. Хотела светлые взять, но светлые были совсем большие размеры, поэтому для него только вот такая темная получилась. Ну, вот такая вот футболка такая. Видите, расцветка интересная, 48 размер. И к ним взяла еще шорты, тоже такие же есть. Так что проходите по ссылке в описании и смотрите, вот такие вот шорты. На лето самое то такое у него будет костюм. Сейчас жарко начинается, ходить самое то. Вот так вот приложим. Видите, какой костюмчик. Супер. Егорка обязательно сегодня померяет. Дальше. А наподобие такого же понравилась туника мне. 42 размера. Я ее заказала, по-моему, для Светы. Если я не ошибаюсь. Пакетики нам не нужны. Нет, или Катя себе брала. Нет, я, значит, для Светы брала. Катя сзади сидит. Сегодня у меня Катя за оператора, поэтому... Вот такая вот наподобие того же костюма. 42 размер. Надеюсь, Свете будет как раз. Но если будет даже маленький, ничего страшного. То у меня есть Катюша, у меня есть Маша, которым будет потом со временем как раз. По бокам небольшие разрезики. Состав у него хлопок 100%. Поэтому вот так вот. А у костюма состав я забыла сказать, извиняюсь, потому что некоторые спрашивают. Сейчас я скажу. Тоже хлопок 100%. Дальше. Дальше. Это костюм для девочки на 7 лет. Ростовка 122. Это для Марины. На лето вот такая вот футболочка. И к ним идут вот такие вот шортики. В садик ходить самое то. Видите, вот оно. На 7 лет. Сейчас в садик есть как раз хорошо ходить. Она у нас изрослась из всего. Что-то вытянулась, беда, очень быстро. Мы аж не заметили. И поэтому ей очень много всего маленького стало. Дальше. Смотрим. На 8 лет комплект для девочки. Это уже я заказывала для Оксаны. Тоже она сейчас у меня на площадку ходит. Везде ходит. Тоже дочь у меня из всего выросла. Вытянулась очень сильно. Поэтому взяла на лето ей вот такой вот костюм. Это вот такая вот футболка серенькая. Там именно на юный возраст только такой расцветки было. Поэтому из того, что было, как говорится, то и выбирали. И вот такие вот шортики. Оксана обязательно будет на площадочку одевать. Как тебе, Оксана, нравится? Оксана сидит, смотрит тут. Так что обязательно сегодня Оксана померяет. Если интересно, оставайтесь до конца, и вы увидите обязательно пример. Дальше.
своим мужчинам, как всегда, заказала носки. Вот такие вот обычные однотонные носки. На лето взяла светленькие, не стала брать темные. Дальше. А, это мешочек для хранения. Маша просила под обувь. Она чешки или что-нибудь такое хочет у нее складывать. Это вот такие вот мешочки для хранения. Ну, хотя он для обуви будет маленький. Ну, вот в целом Машеньке вот такой мешочек пришел. Дальше. Заказала я тоненький платок для головы. Для чего пока? Знаете, такого... Раньше у наших бабушек всегда такие платочки расцветки были. И вот я решила взять такой же платочек на лето, тоненькие, красивые расцветки. Мне вспоминается платок моей бабушки, только квадратный, большой, вот такой же расцветки. У нее был голубой, она его очень сильно любила. И вот такой вот я взяла платочек. Дальше. Дальше. Это 52 размер. Это что-то на меня, что я не помню. А, это, ребята, вот такое платье. Пояс. И вот такое платье в форме рубашки. Обязательно примерю, посмотрю. Сейчас вот как раз ходить самое то. Хлопок стопроцентный. Оно внизу с такими как будто брюшечки. Полоска. Вот такое вот платьишко. Рукавов нету. Вот такие вот короткие рукава, воротничок, как рубашка. Да, походит на рубашку. Посмотрим, как будет на мне сидеть. И к нему также идет поясок. И последнее, что я заказала. Ой, ребята, я заказала шторы. Вы прекрасно знали, что я в зал заказала шторы, на кухню заказала шторы. Эти шторы я планирую в коридор. Заказала светлые, взяла. Не стала брать темные, не хочу темные дома. И так-то ощущение, что темно. Это вот такие вот прихваты для штор, чтобы по бокам цеплять. И вот такие вот две шторки. Вот такая вот расцветка, ребят, взяла две шторы. А, я знаю, что сейчас скажет Настя, зачем тебе шторы и тому подобное. Ну, ой, сейчас я вам раскрою и покажу. Вот такой вот рисунок. Очень, мне кажется, будет хорошо, светло. И я планирую их на коридор. Но как я планирую? Это очень широкие шторы. Я хочу их каждую шторку разрезать напополам. И у меня получится 4 шторки как раз для коридора. Вот такие вот у меня как бы планы. Мне понравилась сама расцветка. То, что такая светленькая. Вроде бы как бы и кухонная, и не кухонная. И цветочки, и птички, и всякое такое. Поэтому шторы, кстати, на Васильке большой ассортимент. Проходите по ссылочке в описании и смотрите. Ну а сейчас примерка.